глубокий кризис, раскол общества и жесткое противостояние политических сил. К таким неутешительным последствиям привело армянское общество сокрушительное поражение в 44-дневной войне. На самом деле, то, что происходит сегодня в Армении, схоже с ситуацией, которую пережил Азербайджан в начале 90-х годов, и о которой сегодня нескрываемо ностальгируют в Армении. Вазген Манукян, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Армении, сыгравший в 1992-93 годах одну из определяющих ролей формирования оккупационной армии, а сегодня кандидат от оппозиции, считает, что во время Первой Карабахской войны Армении очень помогло, что Азербайджан возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживающийся именно таких взглядов. «Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — сказал Манукян.